Сегодня в России отмечают День пограничников в Красноярске. По этому поводу состоялось праздничное шествие. Сотни пограничников прошли по проспекту Мира от площади Революции до памятника Дзержинскому. Участие приняли ветераны, нынешние военнослужащие, их дети и жены. В этом году исполняется 98 лет со дня образования пограничных войск. В их истории немало известных и памятных страниц. Многие помнят о защите восточных рубежей нашей страны на острове Даманском и в Средней Азии. Сейчас ветераны пограничных войск проводят большую работу по патриотическому воспитанию, привлечению молодежи в ряды пограничников. Самое главное на границе, это, как сказали, должен быть порядок. Пограничники всегда были, проявляли мужество, отвагу, смелость. Ну, прошли во время Великой Отечественной войны, на Даманском, в Афганистане. Я призываю вообще молодежь, кто окончил школу, поступать в пограничное училище. Это престижная служба, достойная зарплата и, соответственно, достойная пенсия. Для нашего города, для нашего края это особый праздник, потому что в начале 60-х годов, когда строительство КРАЗа объявили комсомольской ударной стройкой, сюда поехали пограничники со многих регионов, но прежде всего с Дальнего Востока. И такой чести удостоились только лучшие. Так что у нас особый пограничный такой округ, особые традиции. После торжественного шествия массовые гуляния пограничников развернулись на острове Татышев. Там была организована выставка стрелкового оружия, прошла эстафета, работала полевая кухня. Все желающие могли попробовать собрать автомат Калашникова. По словам военнослужащих, бывших пограничников не бывает. Поэтому сегодня профессиональный праздник для всех, кто охранял и охраняет границы нашей Родины.